Друзья, мы заехали в мясной бор, населенный пункт. Да, это очень такое страшное место, если вы изучали историю. Вот, Великая Отечественная, смотрите, я покажу. Так что, кому интересно про мясной двор почитать, ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, почитайте историю. Полицейские стоят, прячутся, ну а мы двигаемся дальше. Приехали мы в Питер. Вот, сейчас выйдем на кольцевую автодорогу. Заснимем там видосик такой интересный. Так, ладненько, погнали, тут такая напряженная обстановочка. Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга. Тот же МКАД, но только в Питере. Вот, ребята, заехали мы на мост наш красивый. Смотрите, ребят. Боже, какой оно, оно какой-то не это. Финский залив, там яхта там, да? Охренеть. А что-то оно какое-то это. Да, значит, штормит. Может, я не знаю, что там с тобой. Это очень красиво. Тут раз по крану прям будет красиво. Вот даже щелкнул. Заселились мы в апартаменты, 222 квартира в Питере. Так, Диана, открывай. Не надо, не надо тебя смотреть, потом посмотрим. На туалет. Вот, здесь телевизор, заходите, шкафчик, смотрите. Сейчас, минуточку, кровать. Смотрите, тут уже. Смотрите, здесь три бумаги. Заходите, смотрите. Микроволновочка, холодильничек. Шкафчики. Макароны, смотрите, масло. Что здесь еще? Холодильник. Плиточка. Пойдем в туалет посмотрим. Так, здесь туалет, ванна, три бумаги. Мыло есть, шампунь какая-то. В принципе, все прикольно. Тут оставим шампунь. Машиночка. Так. Потайной ход. Это чтобы значит, вылезть. Это... Для чего это, Диана, расскажи. Это чтобы пожар. Чтобы туда нырнуть, да? Да, это когда туалет ломается. Угу. Пожара. Ну, все правильно. Ну, в принципе, в целом все идеально. Ну, смотрите, вот мой отверточек. Да? Да. А где здесь, когда ты включил? А? Вон. Так, вот здесь еще есть балкончик такой тоже интересный. Я не могу оторваться от него. Вот, сейчас мы его откроем, посмотрим. Оп. Вот такой вот балкон. Вот тут видосик. Там Финский залив. Вон там.
Привет, друзья! Приехали мы в Дивый остров. Сейчас мы идем на колесо обозрения. Смотрите, как это круто! Вау, смотри, как красиво здесь. Да? Да, Пашка. О, смотрите, ракета. Ракета еще есть, сейчас взлетает. Диан, посмотри на ракету вон. Иди вот, иди отсюда, постоим, посмотрим. Смотри, какая крутая. Сейчас она бахнет. Время 10 часов вечера. Дивый остров почти закрывается. Хэштег I love you, Diva. Идем, идем. Всем привет, сегодня мы приедем с учителем. Опачки! А я уже залезла! Ку-ку! Она лезет на крышу. Ты наверх полезешь? Да. Посмотри, блин, как... Ну там очень страшно. А, там горка, давай. Опачки! Диан, залезла? Давай! Пойдем вон туда, скажем, бегаем. Вон самолетик. Погнали. Папа, давай, 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 снимай. Нет. Не очень, Диана. Диана, смотри, вон еще самолет есть. Помнишь, ты в нем сидел, фотографировался? Давай, давай. Что, тебе помочь? Там красиво, там уточки тоже есть. Молодец. Давай налево. Да смотрим, смотрим. Ты где? А мама смотрит? Смотрит. Давай, где ты там? Алерка смотрит? О, чьи-то ноги. Кто же там? Опачки. Та-дам. Время 10:30. Парк закрывается. Мы идем к машине. Вот, прогуляли. Продуктивно. Да, у нас, кстати, остался один билетик. 24.06.2019. 200 рублей. Ну, завтра мы поедем в Петергоф. Успел, смотрите, какой обзор, ребята, это круто. Вот это нереально круто, зрелище, офигеть. Сейчас мы позанимаемся малет спортом.
Ну-ка, я. Во, какая растяжечка. Давайте помогу. Раз. Во как. Во как. Ну, а это такой тип футбольчик, что ли, играть? Мини-ворота. Мини в поле. Да, есть вот еще большое поле. Можно играть в баскетбол, в футбол. Даже есть трибуны вон. Вообще круто. Офигительно. Вот он наш дом, в котором мы живем. Смотрите, самое интересное. Вот. Вот видите, впереди у нас тут такие деревянные домики. Это мангальная зона. Мангальная зона сделана в виде лодочки. Вот, пока еще тут ничего не построено. Вот, там свой мангальчик. Вон он. Ну там мангал. Здесь можно жарить шашлычок. Приехали мы на Неву. Вот. Петропавловская крепость. Ресторан «Летучий голландец». Там фитнес-центр в нем есть. Смотрите, как красиво. Что, тебя не взяли в тусу, да? Не взяли тебя. А ты будешь? Мне кажется, там очень круто. Мам, пошли. Мам, можешь полететь? Отход, Бенц, машина едет. Ворота козырные. Вот мы приехали к дому. Смотрите, какие красивые здесь дома. Вот. Тут водичку наливают. Бассейн такой маленький. Вода чистая, прозрачная. Вот наша квартира там. Стояночка.